Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковка посылочки из интернет-магазина Ивановского трикотажа Tikitex. Итак, поехали. В связи с нынешними обстоятельствами Ивановский трикотаж теперь это наше все, и качество тем более там уже на высоте, уже давно. Кто сомневается, проверьте. Так, девчонки, у меня здесь практически все для меня, много интересного, будет много примерки. Итак, поехали. Первое, что покажу, цены вам буду подписывать, и ссылки, естественно, все оставлю под видео. Платье женское, цвет бежевый, хлопок 100%, артикул, так, размер 56. Вы, кстати, просили называть еще артикулы. Буду называть вам артикул П, русская, -17, НСД. Все по-русски. Так, ну что, давайте распаковывать, смотреть, что оно из себя представляет. Сейчас, кстати, заказы Ивановского трикотажа не только в Tikitex, а вообще могут собираться немножко дольше, поэтому вы не пугайтесь. Многие бренды исчезают с российского рынка. Ивановский трикотаж – это все наше. Цены они не повышают, по крайней мере, пока все как было, так и есть. Это все наше, все родное. И поэтому, естественно, много народу заказывает одежду именно там. Так, вот как выглядит платьишко. Я заказала его как домашнее. Это больше такая туника, но, в принципе, мне кажется, можно и на выгул. Такая интересная расцветка. И здесь карманчики сбоку. Все с вами примерим. Достаточно такое тоненькое, легенькое. А, это, смотрите, стиль NSD. Я не знаю, что это значит. Мне первый раз такая этикеточка попадается. Вот, если что, информация. Ну, миленькая, хорошенькая, такой короткий рукавчик, пришивной, пришитый. Вот 56 размер, чтобы было свободненько. Все здорово обработано. Я думаю, будет тоненькая, дышащая, такая интересная вещь. И здесь такой крой интересный. Он по-любому будет скрадывать полноту. Смотрите, здесь шов, прострочка есть, вот она перед карманом, и она заужается спереди. Вот мне в платьях такой крой нравится. Как-то с годами уже начинаешь эти вещи замечать и в них разбираться. Поехали дальше. А дальше у меня очень интересная блузка. Блузка женская, артикул Б большая же маленькая, -5. Это тоже НСД, цвет изумрудный, размер уже 54, хлопок 100%. Вот такая красивая, давайте смотреть. Мне она очень понравилась на сайте. И мне именно вот формат блузочки хотелось таскать весной. У меня все такое пестрое сегодня будет, девчонки. Смотрите, какая красота. Какая красота. Здесь пуговки не до конца. То есть можно, как вам удобно, отрегулировать. Застегнуть, расстегнуть. Да, это не обманки. Вот тоже НСД. Красиво обработан воротничок. Я вот такие вот люблю. И люблю, когда вот такой вырез тоже смотрится очень красиво. Здесь у нас с вами уже рукавчик подлинней, который у нас собирается на такую вот петелечку. Так, а где у нас пуговица? А пуговица у нас с вами... А, вот она. Вот она, пуговка красивая. И мы с вами вот так присбориваем рукавчик, и он смотрится очень интересно. Ой, такая блузка красивая, девчонки. Мне прям очень нравится. К низу она немножко расклешенная. То есть можно, в принципе, и под юбочку, и под штанишки, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Край подшит, обработан хорошо. Все отлично. Будем мерить с вами эту прелесть. Следующий продукт – это футболка «Брат» белый в размере 54. А, и это у нас берчели. Кстати, вот берчели очень хорошо шьют. Мне нравится вот как-то такая этикеточка, супер. Так, 54 размер, открываем. У меня дверной рисуночек, интересно. Такая вот прикольная, интересная футболочка. Тоже на теплое время года, Женя. Такая, что-то в ней есть, да? И смотрите, какая классная горловина. То есть это трикотаж, он пришит. Вот видите, да? Мягенький бренд Берчелли. Класс. Рисунок набивной. Но сколько я стирала, в принципе, вещи из Ивановского трикотажа, хлопковые, да, с вот таким набивным рисунком, с ним ничего вообще не случается, он носится годами, годами, девчонки. Вот такая вот красота. На себе вам тоже, может быть, померю ее, покажу и на работе. Следующий продукт – это лонгслив женский, называется Devore, артикул B0758, 56 размер. Вот такая интересная расцветочка. Давайте скорее смотреть. Ой, он мягенький. Знаете, на что похож? На вискозу. Какой он мягенький. Глубокий вырез. Здесь можно даже на одно плечико вот так поиграться. И вот такой рукавчик. Причем рукав тоже интересный. Он летучая мышь, не летучая мышь, но он у нас начинается с вами, смотрите, пришит вот здесь пониже. Она не сильно длинная.
к низу расклешается и, может быть, даже будет просвечивать. Это прям на жару такой вариант. Безумно приятный к телу. Безумно приятный к телу материал. Смотрите, какая красота. Будем мерить. Следующий продукт, это у нас с вами кофта женская Эврика, футер с лайкрой, 38 размер для Ксюшки. Вот такая красота яркая. Хотела сказать хохлома, ничего это не хохлома. В общем, в стиле таких руссконародных расцветок. Мне очень понравилась кофта. Так, и артикул ее, здесь нет на этикеточке, а есть вот кофта женская Эврика 10-19. По артикулу на сайте Тикитекс очень легко можно все найти. Выдает сразу, да и по названию. Так, это у нас с вами Lovetex, бренд Lovetex, вот так выглядит. И давайте смотреть. Да, чувствуется, что здесь есть лайкра, чувствуется, но она такая мягенькая, гладенькая, очень приятная. Вот такая вот толстовочка веселая. Красота, Ксюша вам померяет, покажет. Длинный рукавчик, написано футер с лайкрой, да, у нас с вами был. Да, она такая вот немножечко утепленная. Горловина. Очень красивая, мне нравится. Я бы вот... Мы с вами шатаемся. Я бы и себе такую взяла. Следующий продукт у нас с вами это майка. Майка для меня, майка шоколад. Артикул 90-75, 100% хлопок, размер 56. Вот такая красивая взяла, потому что, знаете, когда прохладно, вечером люблю носить какие-нибудь там кофточки, джемпер нараспах с маечкой. Весной я имею в виду пододевать майку. Поэтому вещь такая всегда нужна. Вот так выглядит маечка. С вот таким глубоким вырезом. Она достаточно большая, широкая, хлопковая, приятная, но в то же время такая стильненькая расцветка. Померяем. Дальше у меня футболка женская в размере 46. Взяла на подарок. Очень тоже интересная, такая пестренькая. Артикул F8, тоже NSD, вискоза 95, лайкра 5. Очень люблю. Расцветка газета. Очень люблю вещи из вискозы. Вот просто обожаю. Почему, спросите вы? Потому что они безумно круто сидят на теле. Они струятся. Они струятся. Вот такая вот красота. Достаточно длинная, очень приятная, тактильная. Вискоза всегда прям вот обожаю. Очень симпатичная футболочка. Слушайте, она и мне самый раз будет, в принципе, 46-й. 46-й размер. Померяю. Следующий продукт для Ксюши. Это костюм 145-56, цвет зеленый, размер 38. Вот такой вот гонять по дому. Открываем. А состав у нас здесь хлопок 100%. Вот такие шортики. Ой, какие миленькие. Резинка пришита, не будет вертеться. Это у нас с вами декор, декоративный элемент, кармашки. И внизу штанишек вот такая вот штучка. Блин, костюм класснецкий, девчонки. Вот прям качество на высоте, честно. Хотите свою малышню порадовать, прям, ой, какой здоровский. Мне так нравится, что внизу вот так сделано, то есть тут пришит материал, да? Вообще красиво. Так, это у нас с вами, кстати, Натали 38. Натали 38. Натали 37, размер 38. И вот такая футболка. Чистый хлопок. Так, на футболке у нас ничего нет, да, просто зеленая. У нас шортики акцент. Мне очень понравился. А рукав цельнокройный, горловина, все отлично. Девчонки, костюм классный. И вот по качеству хлопка он вообще на высшем уровне, честно вам скажу. Достаточно такой плотненький. Вообще крутой. Прям крутой. А теперь примерка. Футболку в 46-м размере я однозначно оставляю себе. Она мне безумно нравится. Она невероятно крутая к телу. Я думала, кстати, будет светить. Нет, не светит. Все отлично. Вырез, как я люблю. Рукавчики. Можно, кстати, вырез сделать поглубже. Какая крутая футболочка. Смотрите. Супер. Мне очень нравится. Она такая приятная, она очень хорошо тянется. 46 размер, да? Зачем я беру до сих пор 56? Смотри, какие вещи. Если вискоза, вот можно и 46 себе брать. Я теперь буду знать. Так, подальше. Вот так она, девчонки, смотрится. Она достаточно длинная, кстати. Она практически скрывает попу. Очень длинная, очень комфортная. Вообще и с юбочкой, с какой-нибудь тоже, с беленькой, с черненькой. Одеть такой летом в пол. Прям вот красота. Мне безумно понравилась футболочка. Прям рекомендую. Очень классная. Маечка. Очень свободная. Прям очень свободная, свободная, свободная. У нее такой крой. Интересный. То есть, если есть недостатки вот тут в ручках, да, она скрывает. Вообще здорово.
и вырез красивый, и она получается от груди идет немножечко такая клешоная, свободненькая. Длина тоже как бы все отлично, все нормально, до середины попы где-то. Майка понравилась. И цвет вот этот шоколадный, прям он многим идет. Хорошенькая, красивая, очень приятная, легенькая, вот на жару куда-нибудь вообще огонь. Вот она с вами, Ксюшка, в костюмчике. Ну-ка, покрутись. Классный? У нас рост, наверное, сейчас где-то под 140 уже приближается. 138, где-то вот так. Да? Чтобы вы имели в виду. Но вообще мне нравится, здорово. Шортики, в принципе, посадка высокая. Вот эту веревочку можно завязать на бантик. Да? Ну, покрутись еще. А вот она, толстовочка. Кстати, надели прямо на футболку. Очень здорово. По длине, ну-ка, повертись. Она достаточно длинная, смотрится вот так свежо, красиво. Рукавчик. Все отлично. Все здорово. Нравится? Лайк? Нет. Мужскую футболку вам показываю, чтобы вы так представляли, как она смотрится. Она очень классная, крутецкая, длинная, суперская. Отличная футболочка. Все замечательно. Пошита идеально. Тоже такая достаточно легенькая, прям на лето, на жару огонь. Эта кофта вообще покорила девчонки. Она такая приятная. Ее на теле не ощущаешь, как вторая кожа. Честно. Смотрите, какой вырез. Можно поиграться. Можно тоже одно плечко. Приоткрыть можно оба. Можно и подзакрыться как бы. Ой. Я ее что, задом наперед одела? Ну, вы представляете? А отличия-то никакого нет. В принципе, что зад, что перед одинаково, да? По длине как раз она кажется, что вроде короткая. Но за счет того, что плечики спущены, она до середины попы. Очень классная. Вот она реально не ощущается на теле. Я в этот раз так заказан, девчонки, рады. Пока все вещи прям шикарные. Длинный рукавчик, свободненький. Все отлично, все замечательно. Мне очень нравится такая тоже свободненькая, не в обтяжечку. Все классно. Дышащая, очень комфортно в ней. Блузочка вообще шикарная. Я так люблю такие воротнички. Вроде стойка, не стойка, но знаете, какой-то такой более строгий, что ли, офисный стиль. Если вы работаете в офисе, присмотрите, вроде хлопок, а как смотрится? Только с какой-нибудь, конечно, однотонной юбочкой. Прям вообще красота. И хлопок, и замечательно все. Ой, супер. Можно, конечно, поиграться с вырезом, но это уже чересчур. Да, вот именно так, как сделано, это самое оно. Очень красиво сделана блузка. Рукавчик. Свободненький, все хорошо. До середины попы, длина даже чуть повыше. Вот такая красота, девчонки. Мне очень понравилась блузочка. Свободненько тоже, все хорошо. Мои параметры сразу вам скажу. Я давно не замерялась. Но последний раз было, наверное, 111, 87, 110. Вот так где-то, чтобы вы знали, да, как ориентироваться в размерах, в вещах. Блузка огнище. Она тоже очень легенькая и практически не ощущается на теле. Рукавчик мы с вами не проверили. Не защипнули, не закололи. Как она будет смотреться именно с таким рукавчиком. Так. Вот так, смотрите. То есть немножко видоизменяется. Чуть-чуть мы присборили с вами здесь. Она немножечко так видоизменяется. А так красиво. Красиво. Я даже без этой пуговки бы носила. Мне очень нравится. Блузка моя любовь. Прям когда же уже весна, когда же уже тепло. Ну и следующий лот. Это у нас с вами платье. Оно, кстати, выше колена, поэтому я его беру только на домашнюю носку. Кармашики. И вот я вам говорила про эту строчку, которая спереди сужается. Не очень, наверное, на камеру видно. Вот так выглядит сзади. Спереди сейчас вас опущу. Длина. Вот, длина выше колена, видите? Выше колена. А так очень легенькая, красивая, здоровская. Дома носить, ходить красоткой. Да? Я, например, халаты не ношу. Я не ношу... практически ночнушки. Я очень люблю туники и такие шортиками, костюмчики или с штанишками легенькие. И вот этот вариант прям очень классный. Карманы огромные. Огромные-огромные кармашки. Ну, на этом все, мои хорошие. Я безумно довольна этим заказом в Тикитекс. Он как-то так у меня бюджетненько получился. Как-то так красивенько. И все носибельно, и все очень хорошего качества. Прям восторг дикий. Всех люблю, целую. Вся информация в инфобоксе. Всем пока-пока. И обязательно пишите, что вам понравилось на мне больше всего.